Добрый день, меня зовут Константин, я являюсь представителем фабрики Бутек. Хотелось бы вам рассказать о одном из основных направлений, которые предлагает Бутек. Это профили, их также используют как декор и как техническое решение на углах. Хромированные профили больше предпочитают вместе с смесителями, которые покрыты хромом, но мы также следим за тенденцией нокин, поэтому у нас увеличивается ассортимент, можно обратить внимание, есть профиль, который с порошковым покрытием, который позволяет использовать этот профиль и на полу, и в душевых зонах, а также в интерьерах. На панелях мы показали, как хорошо выделяются декоры с профилями. Один из популярных профилей, которые сейчас очень востребованы, это уже брошированный профиль. Его больше предпочитают на пол, потому так как не видно микроцарапин. Да, и также он подходит под некоторые коллекции на стену. И очень интересен профиль ProPart Cast Iron. Его покрытие позволяет скомбинировать его с мебелью, которую предлагает Gamma Decor, потому что у них ручки, зеркала оформлены в таком стиле. Наши дизайнеры, прежде чем создать какой-то интерьер, прежде всего согласовывают, какой профиль будет использоваться в этом интерьере, потому что не всегда профиль только подходит рассматривать под смесители, также его могут рассматривать под мебель или под новую коллекцию керамики, поэтому все зависит от того, как согласуют наши дизайнеры вместе со всей группой. Всегда мы смотрим на то, чтобы профиль не мешал декору, да, а в то же время подчеркивал какие-то элементы. В связи с тем, что все больше и больше Парсоноса и Венис предлагают плитку в объеме, наши дизайнеры начинают подсвечивать его световыми профилями для того, чтобы придать эффект этой плите. Этот профиль можно использовать и в душевой зоне, и на полу, где высокая проходимость, да, можно не переживать, потому что рассчитан на высокие нагрузки. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что не всегда люди понимают, зачем нужен расширительный или компенсационный шов, поэтому приходится нам показывать то, что обязательно там каждые 50 квадратных метров должен находиться расширительный, да, что если это два здания соединяются, там должен быть обязательно соединительный профиль, то есть такие вещи нам приходится это доносить до людей, которые не всегда понимают, для чего это делают. Здесь мы представили профили именно как он смотрится на углах для тонкого керамогранита, да, который предлагает Urbatec. Здесь представлен хромированный профиль, да, который больше всего подходит под хромированные смесители. Профиль, который под 45 градусов, скошен, округлый и открытый. Здесь матовые, брошированные. Коллекция у нас довольно-таки большая. Именно сейчас развиваем именно коллекция металл, потому что покрытие не хром, как многие уже привыкли, да, к стандартному покрытию. Да, здесь у нас идет уже покрытие порошковая краска. При этом она помещается в камеру, где запекается до 220 градусов, и после чего она стоит устойчивой при высокой проходимости, устойчивой к температуре до 200 градусов. Очень хорошо себя показал в шоуруме в Парсоносе. Мы сделали эксперимент, использовали его на полу для того, чтобы убедиться в его качестве, что можно не переживать, ничего ему не будет. Здесь мы решили показать, что многие строители не используют эту систему и что происходит в случае, когда у нас клей дает усадку и у нас затягивает плиту, скажем, вовнутрь, да, и получается перепад. Используя эту систему, плитку можно укладывать идеально ровно и не переживать о том, что получатся перепады. Да? И в этом случае у нас идет идеально ровная укладка. Многие строители, не применяя хороший клей, по их мнению, не всегда понимают разницу в остальных клеях. Благодаря этому оборудованию мы можем понять, насколько высока адгезия у этого клея в сравнении с клеем, который предлагаем мы. Можем заметить, что здесь у нас изменяется, да, и вот 2000 ньютонов на 1 миллиметр у нас происходит уже отрывание плитки от клея.
И также можно заметить, что сама плитка, да, у нас остается идеально чистой. Это когда применяют обычный клей. И сейчас посмотрим, что происходит, когда применяют наш клей. Почти в 3 раза больше, показывают нам датчик. При этом отрыв идет, разрывает, ну, именно клей. Здесь мы показываем, как наша затирка отличается своими свойствами, если мы будем использовать обычную затирку. Здесь идет о цементной нашей затирке и нашей эпоксидной затирке. Мы используем чернила, они хорошо показывают проникновение в затирку. Обычная затирка, да, то есть видно, она уже почти вся впиталась. Наша цементная затирка, которая у нас есть, у нее тоже есть впитываемость, но намного меньше, чем у других. Если мы возьмем эпоксидную затирку, впитываемость у нее нулевая, что говорит о том, что лучше ее использовать на фартух, в душевых зонах, в бассейнах, и затирка всегда будет сохранять свой цвет и не забиваться грязью. Это оборудование позволяет нам увидеть, что происходит в одном случае, когда мы не используем подложку антикрак, и в другом случае, когда мы ее используем. Да, что приводит к тому, когда это происходит смещение плит или идет усадка дома. Да? То есть мы можем заметить, как открывается, да? И, как видим, здесь ничего не происходит с этой плитой. То есть получается, что эта подложка разделяет нижнюю часть движения смещения от верхней. Сейчас мы разработали новый пол, который позволяет при 3 миллиметрах укладывать на пол. При этом, используя пульт управления, да, мы можем подсоединить его к мобильному телефону и через приложение контролировать или видеть, что происходит с полом. Здесь у нас показали с использованием гидроизоляции в душевых зонах. То есть, что происходит, когда они используют гидроизоляцию? Вода, которая проникает на бетон, через какое-то время она проходит на обратную сторону. В случае, когда используется гидроизоляция, бетон всегда остается сухим. Еще одно из наших направлений – это душевые зоны и о том, как их можно оформить с нашими системами, которые мы сегодня предлагаем. Одна из систем, которую мы предлагаем, это душевой поддон, который монтируется на деревянное покрытие. В нем уже встроен трап, да, и сверху мы можем выклеивать сразу плитку. Вторая система, которую мы предлагаем, душевую зону можно сделать идеально ровной. Остаются только открытые швы. Через эти швы вода проходит вниз, и уже за счет уклона на поддоне вода уходит в слив. Здесь показали душевую зону с трапом, который мы также предлагаем. Вы можете заказать любого размера такой вот душевой трапик под размер плитки, и получится, что у вас вся душевая зона будет с одинаковой плиткой, и только единственная плита будет не затерта по периметру, через который будет проходить вода и уходить в слив. А также мы предлагаем несколько вариантов сифонов для того, чтобы можно было подобрать по проходимости. Да, в этом случае у нас стоит сифон, который гидрозатвор. Да, монтируется такой стаканчик для грубой очистки. Да, и также у нас есть еще один сифон, который идет сухим затвором. На тот случай, когда это используется, эта система в домах, где на долгое время уезжают, вода, если пересыхает, запах не проходит вовнутрь. В этом году мы еще одно направление развиваем. Это микроцемент, декоративная штукатурка, которая позволяет использовать
ее в душевых зонах или просто в интерьерах. Набор состоит таким образом, что его можно использовать в душевой зоне, то есть все включено, и при этом ничего дополнительного не нужно. Все компоненты есть в этом наборе. Покрытие может быть гладким, может быть рельефным. То есть здесь можно увидеть, как он смотрится в интерьере. Также можно увидеть в душевой зоне с имитацией под мрамор, а также с профилем, который водонепроницаемый, который также можно использовать в душевой зоне. Он не пропускает влагу. Эта стена хорошо демонстрирует, что этот материал, он не пропускает влагу. Я сегодня вам рассказал о том, для чего нужны профили, как мы с ними работаем, технологии укладки керамической плитки. Убедились в том, что наш микроцемент можно использовать в душевой зоне, при этом он не впитывает влагу. А также у нас есть решение для фасадов, для фальшполов, о чем я вам расскажу в следующий раз. Спасибо за внимание.